очень скромные. Все артисты разбежались, которые принимали участие в этом хоре. А сюда в камеру можно? Маша. Пока микрофон убрать, пока они не говорят. Задавайте свои вопросы. Как у вас ощущения от премии юбилейной? Вы прекрасно, прекрасно. У нас, по-моему, мы не все премии получали. На самом первом премии, по-моему, были, я могу припомнить. Но сегодня две получили. Вот за «Птиц на подоконнике» неожиданно, конечно, для нас приятная неожиданность. И, как я уже сказал, благодаря, конечно, вот Лёшке Могилевскому, Вове Шахрину, Дине Арбинину, Насте Полевой, Найку, Муси Татибадзе, Михаил Карасёв, режиссер Игорь Шмелев, который тоже из Екатеринбурга, одевала нас в этом клипе замечательная Аня Чистова, которая тоже из Екатеринбурга. И все это посвящено Илье Кормильцеву. И вы говорите. Я надеюсь, она слышит там наверху. А были у вас фавориты? По поводу, в смысле? На премии. Ну, как-то у нас нет времени этим заниматься. Среди музыкой занимаемся. Не, отлично, мы с вами очень много друзей встретили, прекрасно. Компания. А отличается ли это юбилейная чарта «Дюжина» от других? Масштаб. Отличается масштабом, красиво. А самое главное, что была сцена, колонки и публика. А самое главное, и это любовь наших поклонников, потому что благодаря им происходят с нами всякие интересные метаморфозы. Ну и спасибо нашему радио. Да, конечно, спасибо нашему радио, единственному рок-н-ролльному радио в стране. С которым уже рядом идем плечо к плечу. Лет 16. Лет 16, да. Что бы вы пожелали молодым музыкантам? Бойте, дерзайте, записывайте песни, показывайте друзьям, коллегам, девушкам. И в вашей жизни будет счастье. Да. Спасибо. А по поводу Ильи Кормильцева, есть у вас какие-то любимые стихи у этого автора? Может быть, что-то необычное открыли в работе над «Иллюминатором»? Вот «Птица на подоконнике» самое необычное, потому что я этого текста вообще не знал. Я еще только не послушал «Иллюминатор» проект, но я думаю, там очень много интересного. Вот, и как Леша, как культуролог, обнаружил, что этот текст, потому что мы не знали, какого года этот текст датируется, где-то вторая половина 80-х, да? Ну, может быть, так. Я не знаю. На самом деле, Кормильцев с этой песней, вы сегодня слышали, придумал мантру. Что, в этой песне главная одна фраза. «Этот город слишком мал для твоей любви», а Карасев это обрел в музыку, но мы это донесли. И можно не слушать, о чем куплеты, но припев говорит это все. Спасибо.